Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World Delay, как вы поняли, и у нас натиск гибридов. Сражаемся с 5 разными гибридами, сейчас мы видим 2 из них. В общем-то, нам предстоит, это эпическая башня, нам предстоит 5 боев, и там будут чередоваться в разных комбинациях 5 разных гибридов. Так, ну тут мы видим легендарных, это Монолимитродон, так, и Дракоцератопс. Так, я вот таких вот сейчас гибридиков себе выбрал. Ну, пусть будет так, потом, наверное, стоит их, может, их столкнуть лбами с разными, типа, амфибиями. Давайте сейчас попробуем, что у нас тут есть. Изменить... Ну, типа, постимитродоны там вот всякие, вот какого они у меня тут уровня. Ну, слабоватый. Смотрите, у меня есть вот такой вот парень. Можно взять. Я его, блин, с трудом качаю. Это просто дичь полная его прокачивать. Это еще тот геморрой. Ну, просто... А, горгазухи все остальные. То есть у меня они слабые, получается, да? Ну, магнеперитора возьмем попозже. Так, ну вот этот парень есть. Блин, ну да, они мне слабоваты. Ладно, тогда идем. Идем тем, чем есть. Раз, два, три, четыре, пять боев. Отлично. Отлично. Ну, вот так вот пойдем. Вот так вот. И вот так вот. Ну, взял пока послабее. Так, и, ну, 20-й обычно. Ну, справимся, конечно же. Посмотрим, что да как, да почему. Начну, наверное, со слабого сразу, с него. Мы его сольем, просто пуролитика. Посмотрите, как он смотрится. Прикольный такой парнишка. Монолимитродон, естественно, быстрее. И че он будет ходить? Ну, скорее всего, снижение урона будет ходить. Так, мы что можем все сделать? Ну, давайте защитимся пока. О, он сразу подменился. И, ух ты, и практически нас уничтожил. Конечно же, конечно же. Мы сделали вот так, он сейчас, по идее, должен очиститься и свалить. Давайте мы вот так вот сделаем, раз такие дела. А там хоть что хочешь делай. Отложенный урон. Решил не использовать, ну и окочурился. Нет. Блин, хитрый-то какой. Но мы быстрее, потому мы сможем его завалить. Хотя у него опережающий удар мог быть. Он просто, наверное, им не используется. Ну, компьютер. Так. Это у нас гибрид с Гацегоптериксом. Кстати, мне Гацегоптерикса маловато. Так, у тебя иммунитет есть? Есть, конечно же. Кто бы сомневался. Так, это что? Понижение скорости цели неинтересно. Он тоже щиты пробивает. Тоже неинтересно. В общем-то, ничего такого я ему сделать не могу. Надо подменяться. Ну, давайте вот так. Получи. Маловато будет. Но опять же, иммунитет, конечно, не прикольно. А он бьет больно. Так, ну мы выживем, выживем. Я не хотел подменяться на более шустрого. Мне интересно именно так сражаться. Ну, пробили. Идем дальше, смотрим, кто там будет третий. Итак...
Аланкилозавр, этот подмена с непобедимостью, двойной урон. Надо кого-то, кто щиты пробивает, брать. И вот этот парнишка крепкий, да? Так. Ну, с тобой мы уже разобрались. Можно взять, кстати, вот этого парня, он будет, он же его родич ближайший. Да. Так. Ну вот так, например. Вот так давайте пойдем. Так, кто у нас тут самый шустрый? Ну, вот, вот ты, скорее всего, 126. И он 126. Ага. Но есть 129-й. По-любому тоже шустрый гад. Ну, давайте с него начнем. Птеровекс. Он у меня здесь самый крутой. Ну, нам это должно быть не страшно. Ну, не то чтобы совсем. Но можно бы и свалить. Отлично, мы сейчас ему кровотечение дадим. Ну, непобедимость нам по барабану твоя. Мы маленькие вампиры. И он еще и свалить не может. Это прекрасно. Short defense. Не интересно, в общем-то. Ну, ему хана на следующий ход. То есть, как бы... Давайте тоже подменимся. Ну, двойной урон, конечно, прилетел. Практически. Так. Тенент. Давай, тенент. Ну давай вот так сделаем. Теряем ход специально. Ох, вот это ты дал. И я дал. Они же как бы родичи ближайшие, как Индоминус и Индораптор. Гибрид против уникального гибрида. Ну неплохо разобрались. У нас сейчас будет еще какое-то новое существо, скорее всего. Тыщеночку нам дают. Пора изменить команду. Так, вот тебя возьмем. Вместо тебя. Давайте Мономиму возьмем. Вместо тебя... Не знаю, Раджа Кила взять, попробовать. Ну, давай так пока. Хотя так, у нас противника уже будут, наверное, три парнишки, тоже будут 20 уровня, то есть нам можно не сдобровать. А, еще два, хорошо. Раз, два, то можно... Давайте возьмем броников. Вот так. Ну давай Мономим. Посмотрим, на что ты способен. Так. Ну, давай исчезнем. Блин, а. У меня же было опережающее исчезновение. Почему как бы оно сработало после?
Ну, нашинкуем этого парнишку. Сейчас двойной урон у него. Непростой парнишка, да? Но он не пользуется своей обилкой. Очищение. Плюс хилка. Вот и все. Идем дальше. Так, вот, теперь три. Вот, кого я еще не мог создать, это Гриполит. Сквозь щит, замена. Что-то вообще не понимаю. А у него контратака хорошая. Ясно. Контратака у него есть. Ну, давайте так пойдем. Выберите свою судьбу. Давайте с медленного начнем. Ну, наверное, не очень. В обход брони вариант, конечно, не очень получился. Давайте так сделаем сразу. Ну и... А где моя замена сработала? Он мне сейчас еще двойным уроном сейчас припечатает. Еле выжил. Печалька. Во, его величество Гриполит, прикольно. Ну я тут ничего не могу сделать. Попытаться выжить, но у него сквозь щит, скорее всего, есть удар. Да, первый же его удар. Так, нет, смотрите, что сделал. О, я его уничтожил ему щит, это прикольно. Шанс крита 5, броня 20. На тебе такое. А, черт, максимальная контратака. Ёхни. Еле выжил. Ну, шанс только на паралич. Если сработает. Я сработал, отлично. Такой здоровенный какой, а? Но что-то удары мне вообще как-то не зашли. Это же он уникальный. Ну что, типа не сработала замена? У меня еще был запрет. Давай вот так еще разок. Сколько одинарная, больно было. Ну, прокусили без проблем. Так, еще один бой. Ну, Дракорекс, конечно, да, штука неудобная. Дракоцератопс. Двойной урон сквозь щит с подменой, и потом еще двойной урон тебе прилетает. Так, ну здесь его сейчас как раз и нет. Ух ты, 23 уровень. 23 уровень. Давайте попробуем.
Ну, если не получится, то у нас еще есть одна попытка. Так, ну ладно. Давайте сразу тогда исчезнем, пожалуй, потому что он, скорее всего, сейчас подменится. А, у него уже нету, блин, от дракосратовца. Блин, не надо было тогда подменяться. Но у нас иммунитет. Прости, дорогой. Этим нас не напужать. Но тут один удар пропустил, и хана, вот мы пропустили, как бы. А, вот тут уклонился, молодчинка. Блин, три хелса, это фиаско, братан. Это фиаско, да. Один готов. Так, тут же крокодил этот иммунитетный, это печально. А, подождите, нет у него иммунитета. На него же паралич сработал. Вообще слабый, блин. Какого уровня он? Неужто ли он уникальный? Так, младший брат и старший брат. Не судьба тебе старшего победить. Хоть и размерами ты побольше, а Иванушка и вовсе был дурачок, как говорится. Вообще, изи катка. Пятнадцать косарей, вот это я понимаю. Так, не посмотрел, кто это был. Паразоролов, Ютораптор, Амарк, Синоцератопс уже накопилось много. О, и Анкилос, это хорошо. Так, давайте теперь заглянем, что у нас по этому поводу. По нашему тому крокодилу. Вот он. Я специально для этого пуролита качаю. Он уникальный. Ну чё ж такой слабый-то? Уникальный. Давайте на грибозуха поглядим. Ну вот тут удары вот эти два у него есть. А здесь... ну вот да, здесь практически тот же набор. Контратака одинарная. Ну, пуролитик, елки-палки. Ну, что-то вообще меня не впечатлил гриполитик. На этом, ребятки, все. Всем пока, до скорых встреч.